Физкультура спортивным фанатам. Впрочем, эти люди не столько поклонники спортивных успехов, сколько их основоположники. Они буквально сделали спорт Чулковского района таким, каким мы его знаем. В день физкультурника в театрально-культурном центре чествовали ветеранов спорта. Вы наша история. Наверное, вот так вот лучше сказать. Вы те, на кого смотрит наша молодежь, на кого равняется наша молодежь. Наша молодежь говорит: я хочу быть как они, я хочу быть лучше. И это правильно. Это стремление к победе, это сила воли, это быть всегда впереди. Вот я думаю, что низкий вам поклон и большое спасибо за то, что вы делаете. Мы готовы с вами каждый день, каждую минуту встречаться, слушать вас и оказывать вам помощь в тех проблемах, которые у вас есть. А у нас они есть у всех, и у нас в том числе. С праздником! Более 50 ветеранов спорта собрались в день праздника на торжественном банкете в театрально-культурном центре «Щелковский драматический театр». Хоккеисты и фигуристы, гимнасты и футболисты. И, конечно, те, кто передает спортивные традиции подрастающим чемпионам, преподавателю физической культуры. Анатолий Богатов, один из старейших педагогов, воспитавший не одно поколение спортсменов, в этом году отметит юбилей – 90-летие. Воспитал не одно поколение, которое находится здесь. Мои любимые мастера спорта. Множество ветеранов и сейчас ведут к спортивным успехам молодежь Щелковского района. Ирина Пухова начала свою карьеру в художественной гимнастике. Трижды защитила мастера спорта, а потом нашла себя в карьере тренера. Готовила чемпионку России Ольгу Савинову. Последние 27 лет прививает любовь к физической культуре ученикам Щелковской гимназии. Не так давно ее ребята стали победителями областного финала президентских игр. Мы там тренируемся через день, готовимся, и 6 сентября мы должны поехать на российские соревнования. Там будет пятиборье, и мы команда от Московской области. На празднике ветеранов спорта отметили почетными грамотами, ну а начинающие спортсмены подготовили для своих наставников несколько ярких выступлений в рамках концерта. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».